В Донецке сегодня вновь слышны сильные взрывы. Под обстрелом украинских силовиков оказался Ленинский район города. Из столицы Донбасса репортаж нашего корреспондента Александра Ланцкова. Некоторые еще лежали, взрывной волной меня подбросила и выкинула с кровати. Обошла, ну, отделалась легким испугом, что называется. Вот, потому что все стекла за моей головой, они все на мелкие кусочки. Не, я в соседнем проживаю, я к товарищу сейчас пишу, завалы разбирал. Да, шумело оттуда. До сих пор слышны взрывы вот на северных районах, на северном направлении Донецка. И украинские силовики всю ночь прошедшую и сегодняшнее утро не прекращали своих обстрелов районов Кировского, Киевского и Куйбышевского. Это уже такие пристреленные районы для украинской артиллерии. Бьют, предположительно, из села Авдеевка. Пострадавших среди гражданских за сутки. Убитых 11 человек. В раненых 42. Вот те цифры, которые я называл вчера вечером, за ночь добавилось 7 человек убитыми, 4 раненых в Ленинском районе. Улица Запорожская, 34. Во двор прилетел снаряд, троих взрослых убило сразу на месте. В доме находилось 3 ребенка. 2 месяца, 3 годика и 5 лет. 5-летнего мальчика с осколочными ранениями увезли в больницу. Украинская артиллерия продолжает использовать запрещенное оружие, такие вооружения, как реактивные системы залпового огня. И вот накануне наша съемочная группа в Горловке, наш специальный корреспондент, получил наглядное подтверждение тому, что используются уже даже не привычные ураганы и грады, а новые типы снарядов. Это более дальнобойные и крупнокалиберные снаряды залпового огня и различных кассетных устройств. В одном снаряде находится 30 боезарядов. В каждом из них запрессовано 350 элементов, которые разлетаются. Вот в одной, в этом снаряде, в одном, 10 500. В залпе 168 тысяч. Я напомню, что сейчас обстрелам в данный момент подвергаются северные районы Донецка, которые прилегают к территории аэропорта столицы Донбасса, точнее того, что осталось от воздушных ворот. И раньше огонь велся украинской артиллерией из двух населенных пунктов, это Авдеевка и Пески. Сейчас предположительно только из села Авдеевка, так как поселок Пески все-таки постепенно, с каждым днем по одной, по две улицы переходит под контроль ополченцев Донецкой народной республики. Александр Ланцков, Константин Кабаидзе и Михаил Князев. Live News, Донецк.